Какими приборами, какими программами помочь остановить развитие остеопороза, последствия химиотерапии 10-летней давности, поддержание организма? У нас есть две прекрасные программы, которые, во-первых, позволяют уйти, наверное, от этой проблемы, по крайней мере, остановить ее 100%. Это стоп-травмы и здоровые суставы. Стоп-травмы – программа, которая применялась с людьми как раз уже при переломах, связанных с остеопорозом, да, и при этом происходило прекрасное сращивание, и также эта программа нормализует и хрящевые ткани в суставах, и помогает, в принципе, людям даже с межпозвонковыми грыжами. Вот. Также я бы вам рекомендовала топ-форм, продукт, который прекрасно восстанавливает после серьезных заболеваний или каких-то последствий серьезных заболеваний, потому что состав у него очень похож на мультиэнерджи, но чуть-чуть обогащен именно теми веществами, которые позволяют организму быстрее адаптироваться. Мы его рекомендуем или спортсменам для быстрой адаптации, или людям, перенесшим какие-то тяжелые заболевания, или просто с ослабленной иммунной системой.